І в нашій студії сьогодні поговоримо та почуємо скрипку. До нашої студії вже завітали перші наші ранкові гості. Це музикант скрипаль, педагог, керівник колективу «Мелодика» Інна Савченко, а також юні музиканти ансамблю скрипалів «Мелодика» Дніпровської 4-ї дитячої школи мистецтв імені Бориса Гмирі. Це Вероніка Чернухіна та Олена Бардецька. Вітаю вас, дівчата. А також у нашій студії сьогодні за роялем концертмейстер колективу Сєда Алманова. Доброго ранку вам усім. Ну що ж, розпочнемо з пісні, з композиції від ансамблю «Мелодика». Проанонсуйте, що це буде. Доброе утро. Сейчас прозвучит музыкальная композиция «Гамма-джаз» композитора Евгения Медведовского. Ансамбль «Мелодика». Ансамбль «Мелодика». Давайте почуємо його. Ансамбль «Мелодика», «Гамма-джаз». Дякуємо ансамблю за таку композицію. Дякуємо вам, Інна, за те, що підготували дітей так старанно. Вони стараються і так вправно виконують композиції. Розкажіть, як давно існує колектив та хто в нього входить? Наш колектив починався з малих форм. Где-то в 1997 году от були у нас дуети, тріо, квартети, квінтети. Тобто вже 20 років існує ансамбль. Так, 19-20 років, десь з 2000 року образувалася вже велика форма цього ансамбля. Ансамбль скрипачей, тобто вже дітей стало більше. І були роки, коли в нашому составі були віолончелі. Тобто у нас ансамбль скрипачей став називатися струнний ансамбль «Мелодика». От, зараз ми опять ансамбль скрипачей. Практически каждый год, ну, получается, руководитель начинает работу с новым коллективом, потому что дети выпускаются. Притом очень жаль, когда выпускаются дети одного возраста. И как бы возрастная группа, ну, перепад такой идет. Одни дети уже взрослые, вторые еще маленькие. И очень сложно подобрать репертуар, да, для один, такого один коллектива. Ну, каждый раз у нас есть идеи. Вот мы из этого, как сказать, выходим, да, с новыми идеями. Было даже когда-то, мы выступали, вот эти детки, которые сидят в студии, сейчас были очень маленькие. И наш ансамбль скрипачей выступал на конкурсе музычного селка, на нашем областном конкурсе. В составе нашего ансамбля были флейточки, блок-флейточки. Тогда они, кстати, стали лауреатами, да, первое место получили. Вот. И вот такой состав у нас как бы каждый год обновляется. И в составе коллектива, вот сейчас дети играли, это была более сокращенная форма, но где-то 12-15 человек ансамбля у нас как бы каждый год репетирует, да. Який це вік? Дети от, скажем так, иногда даже от 7 лет
до 15, 14, 15, 16. Есть дети, которые уже поступили в музыкальное училище, они с удовольствием приходят на помощь, продолжают. Да. Есть дети, которые не пошли профессионально учиться, но они все равно как бы хорошие любители музыки. Для себя. И приходят к нам в ансамбль, да, продолжают с нами играть. Вот сейчас у нас подрастает маленькая группа деток, там возраст где-то 5,5 до 7 лет. То есть уже 6 человек, уже новый состав мелодики поднимается. Да, вот они уже готовятся к выступлению. Да. Ну, все время в работе, и ансамбль, да, продолжает жить, я думаю, будет дальше развиваться і жить. І там буде вже і 30-й рік, ювілей 40-й. Ну, дай Бог. Вероніка, розкажи, як давно ти вже займаєшся на скрипці грою і чому саме цей інструмент? Я займаюся на скрипці вже з 3 років. І 7 років вже займаюся. Ого, 7 років вже. Ну, ти молодець, а чому саме цей інструмент? Мене спочатку бабуся повела, мені цей інструмент дуже сподобався, і я продовжила займатися їм. Ну, ти сама вирішила йти на скрипку? Да. Так? Тобі сподобався одразу він? Да. Не хотіла на фортепіано там піти? Я так хожу на фортепіано. Ага, тобто ти паралельно і туди, да. І туди. Ясно. Олена, розкажи про свою історію. Чому ти вибрала, чи не ти вибрала собі скрипку? Я вибрала сама скрипку, тому що я ще коли була дуже малою, я слухала музику на скрипці. Мені вона настільки сподобалася, що я захотіла нею займатися. Мене батьки відвели на скрипку, і я вже продовжую і вже граю 5-й рік на скрипці, бо мені це дуже подобається. А як сусіди сприймають те, що ти граєш на скрипці? Не скаржаться? Ні. Ти гарно граєш. Так? Дякую. Так, Сіда, розкажіть, яка ж роль концертмейстера під час виступів? Чому важливо, щоб був концертмейстер? Очень важная роль концертмейстера. Смотрите, для маленьких детей я вторая мама после преподавателя, потому что, выходя на сцену, они знают, что кто-то рядом есть, и не боятся. Со старшими детьми уже более сложно, потому что там большая ответственность. Нужно успеть ребенка и поймать где-то, и подмочь ему. Поэтому концертмейстер на сцене – это палочка-выручалочка. Такий провідник, да, музичним твором. Да, да. Я знаю, що ви підготували, дівчата, дует скрипки. Інна, пронансуйте, що це буде, і я вас попрошу зіграти його. Композиція «В Макдональдс» українського композитора Шинкаренко. Ми вас запрошуємо встати і підготуватися і зіграти нам цю композицію. Клас, дівчата, молодці. Інна, розкажіть, наскільки важко грати у дуеті? Чи важче самому соло грати? Ви знаєте, сложно і в дуеті іноді, і легко, сложно і як солісту. Это ансамблевое музицирование, но в дуете, в трио, в ансамблі всегда играть интереснее и веселее. Вот. И, во-первых, ну вот в нашем ансамбле я прежде всего воспитываю дружбу у детей, дружбу, поддержку. Они знают, что рядом локоть друга. И когда детей много, то, конечно же, если кто-то из них разволновался, то рядом сосед обязательно поможет, скажем так. Это иногда происходит незаметно для зрителя. Вот, конечно, чем меньше нас, меньшее количество детей, тем больше ответственность лежит на нас, потому что слышно каждого как солиста. Вот это у нас ансамбль будет называться «Эльвия», дуэт. Вот, девочки у нас одного возраста и практически ну, вместе начали учиться вот в нашей школе. Да, да, да. Я вам хочу сказать, что дети, которые приходят учиться на скрипке, на таком инструменте, как скрипка,
все дети успешно учатся. Вот в школе музычной, да, я обратила внимание, что дети хотят играть именно на этом инструменте. Значит, им близки вибрации этого инструмента, им нравится этот звук, они действительно любят не только музыку, но и этот инструмент. И все дети, кто приходит, и я спрашиваю, вы пришли учиться просто в музыкальную школу? Нет, мы ходим на скрипки. Где ты слышал? Где ты видел этот инструмент? Кто-то в телевизоре, да, кто-то ходил на концерт, там, филармонию. Вот эти дети все отлично учатся в музыкальной школе. Из них получаются прекрасные и солисты, и ансамблисты. Вот. Який репертуар? Дещо ми почули з репертуару ансамблю «Мелодика». Який загалом репертуар обираєте для дітей? Чаще всего классический, конечно, мы стараемся, да, классику. Но есть у нас и популярные мелодии, есть у нас джазовые мелодии, ну вот гамма-джаз, скажем так, классический такой джаз. Был у нас, так как школа искусств, наша школа ГМЭРИ, был такой симбиоз, мы когда-то играли, это струнный ансамбль, в тот момент был у нас с виолончелями, и мы озвучивали, ну, как бы соединились с танцевальным коллективом, исполняли вальс Доги, вальс композитора Доги, известный из кинофильма «Мой ласковый нежный зверь», и девочки из ансамбля «Пролисок» танцевали. То есть вот такой у нас был концертный номер. Вот. Поеднание, да. Ну, в основном, скажем так, классический репертуар. А сейчас вот, думаю, может быть, какую-то популярную музыку добавим для того, чтобы чаще можно было выходить выступать на концерты, потому что это сценическая практика, которая просто необходима. И так как сейчас очень мало фортепиано, роялей в школе, приходится играть под минус, записывать минус, вот, ну, лишь бы у нас было больше выступлений. Зрозуміло. Розкажіть, які можливості цього інструменту саме скрипки? Ну, скрипка вообще удивительный, это элитный, это удивительный инструмент, который за столько столетий, скрипка также молода, также красива, такая же юная, также звучит замечательно. Где-то 16 века она приобрела такую форму, как сейчас, современную. И, собственно говоря, ее называют царицей музыки. И не зря, потому что ни одна царица, ни одна певица в мире не поет так высоко, как поет скрипка. И благодаря тому, что у нее действительно очень высокий регистр, она заняла лидирующую позицию как бы в мелодическом плане. В оркестре, в симфоническом, камерном, в любом оркестре присутствие скрипок большинство. И скрипач, который сидит возле дирижера, это первая скрипка, это концертмейстер оркестра. Вот. Ну, конечно, за столько лет скрипка... Ну, на скрипке можно исполнять не только мелодию, но и очень сложные технические формы, пассажи. Вот, ну, я думаю, что... Це основні, да. А ми знаємо, що в скрипці є така частина, яка називається душа. Чи це правда? Да. Що це за елемент такий? Ну, душа, ми знаємо, що душа. Ніхто не знає, де вона, ніхто її не бачив, але вона є. Да? І ми говоримо, душевний чоловік, або яка душа у чоловіка. Да? Так же і у скрипки. Я дітям розказую, що треба відноситися уважительно к любому інструменту. І у фортепіано це не просто дерево, це там є внутрі душа у кожного інструменту. Що він ніби живий. І, да, як будто живий. От скрипка, звісно, ми відчуваємо це, коли вона звучить, коли вона поет, дійсно, як, хоча б як маленька принцеса, поки ще не цариця. Вот. Но если чисто технологически, то действительно есть внутри скрипки, детки прямо все знают, середине, да, что там есть такая вертикальная палочка, которая стоит вертикально. Это стержень деревянный, цилиндрической формы. Он стоит внутри, деткам я показываю, они вот через F и могут заглянуть. Всем интересно, кто же там прячется. Она как бы распирает деки и помогает ну, давлению вот струн, струны натянуты очень сильно, и, значит, по отношению к корпусу вот, как бы, ну, удерживать вот это вот давление, и вибрации с верхней деки на нижнюю опускаются. Угу. Да. Тобто дуже вот. Важливий такий да, елемент. Она, и только вот высокий профессионал может открыть звук скрипки благодаря тому, где стоит эта душка. Правильно то есть ее правильно надо поставить, да, и звук у скрипки волшебный открывается. Тоже как бы пазл в пазл входит, да, там внутри есть свои сложности, да, ну, то есть от слова душа, душка. Ну, до речі, я знаю, що це невеличкі такі скрипки, а вони ще є більші, тобто є дорослі скрипки. Чи відрізняється звучання от таких маленьких скрипочок від дорослих? Конечно же, есть разных размеров скрипочки. Есть очень маленькие, там 1/16, восьмушечка. Вот у девочек сейчас уже вот 3/4. 3/4 – это переход уже на настоящую целую скрипочку. Да, 4/4. Конечно же, чем меньше инструмент, тем меньше звука.
Чем больше инструмент, это же акустическая конструкция, конечно же, звука больше. Вот. Ну и, конечно же, отличаются качеством инструменты. Учебные инструменты, они более просты, скажем так. Потом даже учебные инструменты, если они разыгранные и они сделаны давно, дерево высушенное и звучит хорошо. Ну и опять же зависит от того, все-таки качества инструмента, как он сделан. А есть инструменты мастеровые, есть инструменты для профессионалов. И есть инструменты, для выступы, которые, мабуть, вы знаете, на аукционах продаются необыкновенные волшебные скрипки Страдивари, Варнери. Поэтому, конечно же, отличаются инструменты. Но мы стараемся искать свой волшебный звук. Я говорю, девочки, вы должны быть всегда в поиске. Вы должны искать свой волшебный звук на своей скрипочке. Тем более скрипочка с нами всегда, они ее забирают домой, а на ней они могут заниматься дома. Поэтому находят. Ну, как вы слышали, звук у нас есть. І давайте наостанок ще одну композицію почуємо від ансамблю «Мелодика». Проносуйте, що це буде, і давайте почуємо її. Ще одна композиція прозвучить. Петр Чайковський «Вальс цвітов». Давайте почуємо. Ансамбль «Мелодика». Так, ансамбль «Мелодіка» сьогодні у нашій студії. Давайте почуємо його. Thank you.